Пропустил звонок от Мэй. Питер, я поговорила с мамой Майлза. Ей понравилась идея о его работе у нас. Бедняжка очень горюет, но старается быть сильной ради сына. Ей нужно время, чтобы прийти в себя. А ему нужно понять, что жизнь стоит того, чтобы продолжать жить. Ты молодец, что придумал найти ему работу, Питер. Думаю, Бен гордился бы тобой. Всем постам! Террористы в масках захватили автобус. Проследуйте на кафедрал. Так, я знаю, как попасть в офис Нормана. Прежде чем идти туда, нужно отключить охранные системы. Но если меня заметят, они все перекроют. Думаю, я смогу взломать защитные модули, находясь снаружи. Чё, как? Чё? Это сетевые кабели. Надо проследовать за ними к защитному модулю. А, защитный модуль. Кажется, в здании их 4 штуки. Так-то лучше. Что за счет? Группа охраны, ответьте. Команда Соболь-Альфа ждет приказа. Похоже, перебои с электричеством. Понял. Следите за внешним периметром, пока мы ищем причину неполадок. А я-то думал, будет легко. Вас понял. Продолжаю обход по внешнему. Там второй модуль. Что? Всем агентам, кто-то берет под контроль наши системы. Запускаю протокол Дельта. Черт, в наши дни дроны есть у всех. Группы Соболя, доложите обстановку. Внешний периметр, все чисто. Вы все еще считаете, что это программная проблема? Мы оцениваем ситуацию. Сохраняйте текущий уровень тревоги. Так, еще два модуля. Всем группам Соболя. Есть небольшая вероятность, что к нам проник нарушитель. Мы анализируем данные. Будьте начеку. Вас понял, контроль. Вот он. Проклятие! Еще одна подсистема отключилась. Проверить внешний периметр 85-го. Вас понял. Птичка на подлете. Вперед! Привет, МДЖ. Я тут занят. Слушай, я, кажется, знаю, где Чарльз Стэндиш. Думаю, я смогу его разговорить, если доберусь до него. Он знает о докторе Дилане и, вероятно, о Моргане Майклзе тоже. Хорошо. Только не делай глупостей. Кстати, о глупостях. Надо найти последний модуль. Вот и последний. Все. Теперь можно заглянуть в офис Нормана. Надеюсь, я узнаю о Майклзе и дыхании дьявола. Внешний периметр чисто. Перейдем к режиму блокировки. Переключусь на защищенную линию. Я на шаг впереди тебя, Уилсон. Мои люди проверили все твои файлы. Если ты попытаешься раскрыть детали той сделки, это будет твое слово против моего. А за решеткой не я. Минутку. Норман говорит с Уилсоном Фиском? Статуя Нью? Ты вообще о чем? Статуя Нио с аукциона. Вероятно, они говорят о папке, найденной МДЖ. У кого папка?
У нас, Норман. Но это очень в общем. Поэтому я прямо сейчас выполняю слегка противозаконные, но морально допустимые действия. Ах ты надутый выродок! Ты лжешь! Не злись, Норман. Мы знаем, что вы с Фиском построили секретную лабораторию для дыхания дьявола, но мы не знаем, где она и при чем тут Майклс. Надеюсь, твой компьютер расскажет нам больше. GR-27. Научный руководитель доктор Морган Майклс, а вот адрес лаборатории убран. Структуры ДНК с искусственным интеллектом? Если это работает, это же лекарство от любых генетических болезней. Муковисцидоз, хорея Хантингтона. С ума сойти! Жуть. О! GR-27 – это дыхание дьявола. Создавалось как лекарство, но в нынешнем виде больше похоже на оружие. Единственный образец Майклс всегда держит при себе, потому Ли и хочет до него добраться. Где Майклс, там и дыхание дьявола. Привет, Пит. Как дела? MJ, дыхание дьявола не оружие. Оно создавалось как лекарство от генетических заболеваний, но в нынешнем виде оно настолько сырое, что убивает тело, пытаясь его вылечить. Надо найти доктора Майклза. Нельзя доверить Соболю такую опасную субстанцию. Возможно, я нашла зацепку. Чарльза Стэндиша держит на базе Соболя в Центральном парке. Если кто и знает, где находится Майклз, то это финдиректор Оскорб. Я пытаюсь добраться до него. Добраться? Там же полно охраны! Как ты собираешься добраться до него? Очень-очень тихо. Мне пора, партнер. Проникнуть в логово Соболя. Это может кончиться плохо. Мне нужно в Центральный парк. Похоже, это док. Питер, у меня было озарение. Все дело в разуме. Взять хотя бы меня. Ум с неограниченным потенциалом в плену старого изношенного тела. Подумай, чего может достичь этот ум, если освободить его? Разрабатывая наш нейроинтерфейс, мы должны думать шире. Мало просто заменить изношенные части наших тел. Мы должны думать о новых возможностях проникнуть в разум. Никогда не слышал от Дока таких эмоций. Надеюсь, он не слишком увлекся. Контроль агентам. Доложите обстановку на музейной миле. Демоны атакуют Ромео. Посылайте подмогу. Где же ты, MJ? Черт! Добраться? Там же полно охраны. Как ты собираешься добраться до него? Очень-очень тихо. Мне пора, партнер. Стэндиш где-то там. Надо пройти мимо охраны. Пора испытать приманки Пита. Та дырка в заборе выглядит многообещающе. Надо только отвлечь охрану. Прочь дороги, дружок. Что это? Надо уходить. И быстро.
Пойду проверю гостя. Жди здесь. Понял? Гость. Видимо, это Стэндиш. Он где-то здесь. Уже мерещится. Что за... Что это? Демоны убивают всех, кто связан с дыханием дьявола. Стэндишу грозит опасность. Поймала. Надо идти. Стэндиш, я так и знала. Надо попасть в эту палатку. Стэндиш под контролем, мэм. Заблокируйте всю связь. Никаких утечек в прессу про Майклза или дыхание дьявола. Есть. Она нервничает. Похоже, Стэндиш знает что-то про доктора Майклза. Черт, генератор накрылся. Он скоро вернется. Они перевозят его. Надо узнать, куда, пока мы не потеряли след. У меня движение, прием. Заводи машину. Надо было быть в городе полчаса назад. Понял. Выезжаем. Грузовик сейчас поедет. Будет мне прикрытием. Контроль. Вперед, вперед! Чарли готовы сопровождать доктора Майклза. Пошли еще две. У него единственный образец дыхания дьявола. Я не хочу отвечать за эпидемию. Так точно, мэм. Неважно, сколько людей у Соболь. Она не сможет остановить Мартина Ли. Что это было? Кажется важным. Убежища. Если доктор Майклс в одном из них, Стэндиш может знать, в котором. Надо двигаться. Вот палатка Стэндиша. Не верю, что Майклс просто носит с собой дыхание дьявола. Осборн больше никому не доверяет его хранение. Как бы его самомнение его не наказало. Или нас. Опять? Да что не так с этим светом? Двигайся. О, опасно. Понял. Продолжаю обход. Ну, давай. А? Кто здесь? Стэндиш? Мать моя! Чарльз, где доктор Морган Майклс? Вас прислал Ли. Так ведь? Нет. Он хочет меня убить? Скажите, чтобы он сделал это сам. Я не работаю ни на демонов, ни на Соболя. Я журналист. И я хочу остановить Ли. Как и вы. Уотсон, я читал ваши статьи.
Соболь не послушает. Она отправила Майклза в Бауэри. Завтра в полдень его перевозят в новое укрытие. Но она забыла про центральный вокзал. Центральный вокзал? Демоны говорили об этом, когда захватили меня. Они пойдут туда, чтобы... Чтобы что? Что им нужно на центральном вокзале? Это же... Что за... Чарльз! О! Что за это черт? Не человек, Соболь. Определенно не человек, Соболь. Прости, Чарли. Ладно, погоди, он что-то знает. Это был один из самых неуклюжих прыжков в моей жизни. МДЖ недовольна.